Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания M-Horse представит новый смартфон Pure 3. Он станет самым доступным смартфоном на MediaTek MT6763. Уже через неделю, 10 февраля, в мире стартует предзаказ на новый смартфон M-Horse Pure 3. Его особенностью станут не только продвинутые характеристики и новый 5,7-дюймовый дисплей 18 к 9, но и процессор MediaTek MT6763, который набирает в Antutu больше 75 тысяч попугаев. Аппарат приедет к своим владельцам уже в марте. Как заявляет производитель, Pure 3 станет самым дешевым смартфоном на процессоре MT6763. M-Horse Pure 3 сможет похвастаться 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18 к 9, двойной основной камерой производства Sony с разрешением 13,2 мегапикселя, 8-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также поддержка LTE. MediaTek Helio P23 MT6763 построен на 64-битной архитектуре и обладает 8 ядрами ARM Cortex A53 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. За графику отвечает графический процессор ARM Mali G71.